Destruction. Destruction in 10, 9, 8, 7, 6. Destruction. Всем привет, ребят, с вами Ружман. И сейчас бы я вам хотел показать Олимпийский городок, находящийся в Адлере. Именно тут проходила Олимпиада в 2014 году. Итак, поехали. Итак, ребят, как вы видите, для удобства я взял Segway и сейчас проедусь по этому городку. Слева находится музей крутых тачек, Формулы 1 и так далее. Можно считать, что это одна из главных площадей всего городка. Вдали виднеются горы, а перед нами центральный вход, через который прошли 1 миллион 700 человек на Олимпиаду и примерно 60 тысяч человек в день на Формулу-1. Да, именно тут проходили гонки. Именно вот за этими дверями. Итак, сейчас уже я вам покажу пару красивейших мест в этом городке. Слева от нас расположен небольшой картинг, а впереди виднеется тот самый стадион. И рядом с ним находится огромнейший, можно сказать, в России парк аттракционов, называется Сочи парк. От нас находится единственная бесплатная площадка в Олимпийском городке, на которой катаются BMX-еры, различные скейтбордисты. Итак, вот мы подъезжаем, слева от нас тот самый Сочи парк. По всей территории Олимпийского городка катаются электрокары, которые во времена Олимпиады возили, естественно, туристов. Итак, ребят, сейчас вы можете увидеть отель «Богатырь», который находится на территории Сочи парка. Рядом с ними расположено колесо обозрения, которое сравнивают с тем самым колесом обозрения, которое находится где? В Англии, правильно. Сейчас мы поедем к фонтанам. Сейчас мы можем увидеть одно из красивейших мест Олимпийского городка, это главный стадион. На его строительство ушло около миллиарда долларов. Да, вам не послышалось. В те времена, когда его начали строить, на него потратили примерно 700 тысяч долларов. Но сейчас, как вы видите, его достраивают, и его стоимость уже примерно миллиард долларов. Да. Впереди виднеется главная площадь и главный фонтан этого прекраснейшего городка. Вокруг него расположены почти все стран, которые участвовали во время Олимпиады.
Итак, сейчас я продвигаюсь в обратную сторону, к Сочи парку, и покажу поближе, что же это такое.